Синего ринга, кандидат мастера спорта Дмитрий Варлукин, Москва, Московское государственное физкультурно-спортивное объединение. Дмитрию 16 лет, 10 лет занимается боксом. Провел 135 боев, 14 одержал победу.
числе 6 побед из 8 международных встреч. Является победителем первенства России 2014 года во Владикавказе и победителем первенства Европы 2013 года, а также спартакиады, учащихся России. Тренеры Кириченко и Киселев. Судья Инстифары Ринде. В ринге Никуленко. Боковые Рубяцкий первый столик. Родная второй. Старкин третий. Салтыков четвертый. Романенко пятый. Победу одержал Дмитрий Марухин, Москва.